Порталы, порталы, бой, порталов, с вами король порталов, и сегодня мы будем играть в Forager. В прошлой серии мы себе сделали две банки. И еще мы сделали приятный цветочков, который можем сделать земелью. И поэтому мы сейчас будем делать земелью. Мы можем сделать одну земелью. Вот. Мы можем поставить землю. Смотрите. Ну а пока что мы поставим сюда землю. У нас появилось 3 земли. Мы можем увеличить земельную зону вокруг радуги. Вот. Раз. И два. И три. У нас увеличилась земельная зона вокруг радуги. И мы доделываем нашу дорожку к банку. В общем, давайте перенесем банк. Ой, а мне что-то так много раз повезло, что вместо 3 получилось 6. Ну, бывает такое. А теперь пора переносить эти банки. Так, все, теперь под этим банком у нас будет земля. И сюда тоже банк лепим. Воля, шикарно. И еще окружаем радугу землей. Да, не знаю зачем. Теперь у нас есть еще одна земля, и мы завершаем круг вокруг радуги. Па-па-па-па. В общем-то, я тут обнаружил странную вещь, она называется слизневые ворота, и, конечно же, я ее возьму. Вау, вот они. Вот такая вот штуковина. Лол. Смотрите, он открыл рот, и мы можем через него проходить. Да чё? Фу ты. Вы видели, как они выпали? Вот, всё, у нас тут теперь 2 вот таких вот слаймовых ворот. Копатель, выкопать 50 предметов. Это из Shovel Knight. Это игра такая. По ней даже Амибо выпускала сама Nintendo. Давайте глянем. Рыцарь с лопатой. Замечательный рыцарь с лопатой, да? Я обнаружил новую вещь в этот набор. Это слизневая стена. Замечательно! Мы наконец-таки можем создать банку. 4-я банка. Вот у нас 4-я банка. Так, странствующий торговец. Портал пустоты. Что за портал пустоты, я не знаю, но в принципе мне не важно, давайте поменяем деньги. Так, ну что ж, собираем деньги. Первая деняка. О, а больше не надо деняк. Мы теперь можем купить новую землю за эти деняки. И вот тут тоже можем купить. Какую же нам купить? Давайте купим вот эту, потому что она рядом с производителями деняк. Все, мы можем пробраться в новую странную локацию. Это данж. Это данж. Данж, понимаете, данж. Знаете, что такое данж? Вот я знаю, что такое данж, да. Непонятная какая-то штука. Давайте решим ее в следующей серии. А вы можете писать в комментах, как вы думаете ее правильно решать. Ой, новый уровень. Давайте посмотрим, что можно будет за него взять. Так, ну что ж, давайте что-нибудь возьмем. В общем, я решил взять вот это. Я выкорчевал все цветки с островов, чтобы сделать из них песок, чтобы в рюкзак помещалось больше всего. Это гениально. Что там еще для рюкзака? Ой, не, не рюкзак, а перчатки. Да, да, перчатки. Это цветочек, который... Я ждал всю эту серию. Это лопатный цветок. Теперь мы поистину можем стать
лопатным рыцарем. А, в смысле железным. Так, все, теперь мы воистину можем стать лопатным рыцарем. И лопата скоро будет готова. Это шикарная серия. Мы столько всего сделали. И даже час только прошел. Все серии я снимал 1.5 часа. То есть вы смотрите 10 минут или даже меньше. А я снимал их 1.5 часа. Эту серию я снимал только час. И сделал уже все то, что в других сериях я бы делал все 1.5. Это круто. Все, мы можем создать перчатки Таноса. И лопата готова. Водяная лопата. Зона раскопок увеличена. Раскопки увлажняют землю. А тогда понятно. Все, теперь мы лопатные рыцари на все 100%. Давайте проверим, как она работает. Взгляните на эту. Давайте. Перчатка. Металлические перчатки Таноса. Скорость атаки увеличена на 20%. Мы теперь вообще жутко быстрые. Обычные ботинки. Вау, это нам нужно. Быстрее, нужно 40 хлопка. Нам нужно 40 хлопка. У нас 28 хлопка. Рубим хлопок, срочно рубить хлопок. Тревога, надо рубить хлопок. Так, нам нужно 16 золотой руды. Так, все, мы можем создать обычные ботинки. Что это такое, типа? Вот почему он все рушит так быстро? Эта игра теперь какая-то, это, ускоренная в 10 раз стала. Что это такое? Что все так быстро рушится? Ботинки! Обычные боты. Скорость движения увеличивается на 10%, дает шанс 5% увеличить атаки. Что следующее? Следующее дороговатое. Я их не буду сегодня делать. Мы сделаем сейчас кошелек. Монеты оцениваются на 25% дороже. Так, 60 у нас есть? Да, 60 есть. Все, сделаем 30 волокон. И 9 золотых слитков. А пока идем и заберем деньги из банка. Первая банка с огурцами. Вторая банка меда. Третья банка с капустой квашеной. И последняя банка — это у нас помидорки квашеные. Все, из всех банок все забрали. У нас теперь много всего. Мы богатые. Дорого-богато. И мы теперь покупаем себе новый пустынный остров. Прямо тут. Ой, а я знаю этот остров. Почему у меня брат тоже в эту игру играл? У него был этот остров. Так, ладно, пошли дать Думи. Я даже не знаю, как это называется. В принципе, не важно, у нас есть ключик, мы должны лутать. Не важно, что лутать, пока есть ключи, лутай. Лутай, лутание. Лутай, лут. Лутай, лут из лута. Так, все, быстрее. Так, давайте, ест! Чи, дает 35% шанс вернуться от атаки. Это сейчас было бы хорошо, неплохо. Все, мы его уничтожили, у нас теперь есть сталь. Сидим, сидим. Есть. Давай. Короче, это слишком сложно, я пойду, пожалуй. Маленький кошелек. Маленький кошелек, на монеты оцениваются на 25% дороже. Если что, это типа дешевле все стало стоить. Ну, в общем-то, эта серия настолько продуктивная, что, думаю, ее можно закончить, сделать поменьше, чем другие серии. Поэтому всем пока, с вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы он бил каждый раз, когда выходит новое видео. Ешьте больше хлеба. Становитесь рыцарями лопаты. И смотрите мои видео дальше. Всем пока.